Приехали в местечко Кега, смотрим отель Вилла дель Соль. Смотрите, так выглядит ресепшн. В принципе, ничего подходящего. Смотрите, напротив сразу покажу. У нас стройка. Что это за местечко Кега? Это минут 20-30 езды от Фонтьета. Местечко уединенное по типу Фонранга. Инфраструктура есть, вот сразу напротив ресторанчик, кафешка, то есть, ну, уже хорошо. Вот, говорят, есть детская площадка. До Фонтьета есть бесплатный шаттл-бас. Это хорошо. Из отеля, кстати, отдыхают в отеле только русские. И иногда вьетнамцы приезжают на выходные. Вот она такая милашная территория с фонтанчиками, такими красивыми двухэтажными зданицами, с кокосовыми пальмами. Идем в номер. Мы что-то встретили русских туристов, они только приехали. Сказали, что завтраки в отеле очень хорошие. Сказали, три корпуса и шикарный, и за тремя корпусами шикарный пляж, скорее белый песочек. Но, к сожалению, больше пока по инфраструктуре рассказать ничего не смогли, потому что вот только-только приехали, ожидают встречи с гидом. Идем по территории. Видите, очень миленько, аккуратненько. Ресторан-бар вот как раз. Сразу по этой дорожке. Мы сейчас будем раз или проходить, или я попозже сбегаю, посмотрю, что он из себя представляет и что их представляет себе пляж. Смотрите, все корпуса вот с такими подходными, скажем так, дорожками, с лилиями, очень красиво. Так, Бильба. Дерюкс Гарден. Есть палаты. Так, давайте мы посмотрим, что у нас здесь, телевизионная зона. Ну, вид, конечно, так, я сейчас пройду. Вид, конечно, тут такой боковой на соседнюю стену, скажем, чуть-чуть на сад. Такой столик. И тут кровати. Но места достаточно. Какой-то опять спиртный запах, наверное, был номер закрыть. Сейчас посмотрим, что по ванной. Ванна. Ой, камушки. Прикольно. Значит, душ закрыт. Вот посмотрите, какой пол. Здесь камушки и все это дело закрыто. Ага, смотрите, ребят, здесь два душа. С одной и с другой стороны. Все принадлежности есть. Смотрим дальше. Вилла дель Соль. Территорию. Сейчас я поднимусь в ресторан. Значит, там, где я вам говорила в номере, что там есть туалет, точнее, что там есть два душа, ну, я немножко оговорилась, это душ и туалет. То есть такие высокие достаточно ступеньки. Поднимемся мы в ресторан. Посмотрим, что он из себя представляет. Ух ты! Смотрите, какая винная комната. Так, я надеюсь, вам видно. Тут прям вот стоит специальный охладитель. Специальные какие-то чаи, наверное, сделаны. Вот он основной ресторан. Слушайте, как прикольно, вот именно из ресторана. Во-первых, вид такой хороший на море. И сразу прям бассейн. Обходить, наверное, при этом предполагаю просто с другой стороны. Очень большой бассейн для такого малюсенького отеля. Побежали на пляж, посмотрим. Побежали на пляж. Ой, пробегаем обалденную такую, хотел сказать болотце, но это не болотце, но очень красиво, они молодцы здесь. Чем мы дальше продвигаемся, тем больше у нас здесь каких-то бонусов, прелести. Ой, какой пляж. Конечно, пляжная полоса, не скажу, что очень большая какая-то, но волны есть, но купаться можно.
во мне все достойно. Смотрите. Простите, пожалуйста. Очень прикольное место. Настраиваемся. Звук. Ай-яй-яй, давай не... Это. Не подводи меня. Еще что думаю по поводу Вилла дель Соль? Смотрите, за нас на заднем фоне обалденный пейзаж, такой морской. Что-то мне совсем не видно. Что думаю по поводу этого места? Мне не очень понятна сама кега пока. Ну, то есть здесь есть какая-то инфраструктура, но она минимальная, то есть тусовки здесь не будет. Тусовка, вы едете в Фонтье. До Фонтье-то есть бесплатный трансфер, но записываться нужно за день примерно, поэтому решайте. Ну, думаю, для спокойного отдыха это подойдет 100%. Для семей с детьми подойдет 100%. При том, что в кафешку вы сходите, покушаете, но просто у вас не будет. Территория очень милая, хорошенькая, зелененькая, ничего лишнего. Номера хорошие. То есть я номером очень сильно довольна. Поэтому спокойный отдых, да. Молодежь. Вот мы встретили как раз молодых девчонок. Молодежь, возможно, да, но с прицелом на то, что они будут ездить назначено в Фонтье, и только в Фонтье. Друзья, путешествуйте больше, расширяйте ваши горизонты. С вами была Лера. Пока-пока. Викинг Туристик. Проверенное качество отдыха по выгодным ценам на viking.by.